Привет от Рико Родригес. Только не говори, что ты нашел хороший табак. Шелдон, мы сорвали банк. Тот русский, Джань Суни, японский генерал. Сейчас все вместе в гостинице «Три короля». И вот что самое смешное, ни один из них не знает о присутствии остальных. «Три короля», значит? Следовало мне догадаться. Там же лучший бар на всю страну. И официантки под стать. Самое время мне туда наведаться. Заказывай столик на двоих, приятель. Я иду с тобой. Пора мне поразмяться. Я не пущу тебя одного раз... И вот, три короля. Кейн нельзя брать с нами. Ей придется выйти на связь со штабом и объяснить им, что здесь происходит. Так, ты разберись с этим типом Джаном, а я поищу русского. Займись делом. Год глупой американской собаки! Прихвостень управления! Я тебя увидел за километр! Теперь тебе откроется истинная мощь китайских фейерверков! Я его вижу! Ложись, граната! На землю! Ха-ха-ха! Жалкие попытки лишить меня жизни! Вон там! Ты теряешь лицо с каждым шагом! Ты медленный и глупый! Ага! Вот он! Это ты о чем? И русские знали, даже японцы, но вы, американцы, вы были в неведении. Вот он, наш русский приятель. Это будет весело. Да, поскольку не в тебя тут стреляют. Ха, Янки пришел заявить свои права. Поздно, ковбой. Отправьте мне мой танк немедленно. Силу России, матушки! Хорошо работаешь, амиго! Теперь уноси отсюда свою задницу!
прикрываю. Я буду прямо у тебя за спиной в вертолете. Тебе конец. Может быть, ты победил меня, но не мою родину. Встречайте свободу! Шелдон, я и не думал, что ты до сих пор на это способен. Рико, приятель, я американец до мозга костей. А все, знаешь, настоящие американцы ненавидят коммуняк. Эй, смотри-ка. Наш японский друг все еще в своем номере. Наверняка замышляет какую-нибудь гадость. Живо туда и разберись с ним. Наконец ты пришел! Спасибо тебе, солдат, что ты сразил моих конкурентов, русского и китайца! А также за то, что дал мне шанс испытать мою батарею, управляемых спутником ракет, на тебе! Судьба незавидна. Глаза всего мира обращены к Панау, но ты не знаешь, куда смотреть. Америка превратилась в слепое чудовище, которое сражается, не зная цели.
Возвращайся, Рико. Я тебе отличный коктейль забацал. Ну вот, три сверхдержавы остались с носом. И даже хватило времени, чтобы слегка выпить. Готов спорить, что эти парни притащились в Панау из-за того же самого, из-за чего малыш Панай разорвал отношения с дядей? Логично. И что теперь? Время для большого пинка, Рико. Ты должен стать братом для всех группировок и разобрать их на части изнутри. Чем больше будет шума, тем скорее малыш высунет руку, а мы ее тут же сломаем. Отлично. Я к твоим услугам, приятель. Чем помочь? Это все работа мятежников. Все вооруженные группы вне закона. Флаги тараканов, жнецов и улара запрещены. Беспорядки будут прекращены, а порядок восстановлен. Наш славный вождь объявил чрезвычайное положение. Порядок будет восстановлен в ближайшее время. Сегодняшний джекпот в $1 000 000 не пострадал, так что будьте завтра с нами, чтобы услышать, кто же самый удачливый житель Панау. Так, все вперед! Мы его поймали! Международные игроки. Но что, черт возьми, им нужно? Это мне пока выяснить не удалось. Знаю только, что это надо пресечь в зародыше. Они лишь авангард. Скоро прибудет и подкрепление.
На этот раз для тебя есть отличная работенка. Кое-каких свидетелей нужно убедительно попросить держать язык за зубами. Найти его! Пробейте его!
Постарайся ничего не сломать. Ладно, кому я это говорю? Слушай, друг мой, мы послали юношу Улара, хакера, добыть важную информацию. Но это рискованная затея. Его нужно защитить. Найдешь нашего хакера на крыше этого небоскреба. Думаю, высоты ты не боишься.
Нет, они тут! Разберись с ними! Прикрывай меня, пока я тут работаю. Если будет нужна помощь в бою, у Лары тут для тебя кое-что оставили. Слушай, Скорпион, я хочу, чтобы ты убрал кое-кого для нас. Советник Панот уже у всех в печенках сидит. Взяток не берет, сует свой нос куда не надо и реформы продвигает. Боюсь, он Thank you.
Убей его, Скорпион! Убей его! Папарацци. Всегда снимают меня с плохого ракурса. А теперь один грубиян нащелкал кучу фотографий пузатого друга и его госпожи. Я хочу стереть его с картинки, Скорпион.